Здравствуйте, товарищи. Тема сегодняшней лекции – осознание экономических интересов или просто осознание интересов. Мы с вами в прошлый раз рассматривали вопрос о категории экономических интересов и выяснили, что экономические интересы – это характеристика не сознания, а экономического бытия. Для характеристики сознания существует соответствующая категория психологии. Тогда мы говорим, что интересы – это концентрированная направленность внимания на удовлетворение определенных, объективно обусловленных потребностей человека. И тогда это прямо речь идет о том, что происходит у нас в голове. Но когда мы говорим об экономических интересах, то это объективная характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно, что улучшает, что ухудшает их экономическое положение и в какой степени. И вот эта характеристика и называется экономическими интересами. Экономические интересы показывают, что людям выгодно. И они связаны с теми объективными изменениями, которые затрагивают положение субъектов производства, субъектов производственных отношений. Другими словами, экономические интересы характеризуют не сознание, а экономическое бытие. А раз они характеризуют экономическое бытие, встает вопрос о понимании, о правильном отражении в сознании экономических интересов. И вот тут надо сказать, что одно дело, что человеку объективно выгодно, а другое дело, что он считает своей выгодой, то есть что он считает своим экономическим интересом. И эти два положения не совпадают. Выгодно человеку одно, а он руководствуется совсем другим или даже противоположным. Можно, например, употребить такую фразу, что вот пить, пьянствовать невыгодно, не в интересах человека, а он только этим и интересуется. Есть такие люди, которые только этим и интересуются, алкоголики, или тех люди, которые подвластны алкоголю. Вот, пожалуйста, в одном случае, когда мы говорим, что это ему невыгодно, он в этом не заинтересован, не заинтересован. Речь идет об объективном экономическом интересе. Когда мы говорим о том, что он интересуется, мы говорим, что вот субъективно он направляет свое внимание именно вот в эту сторону, хотя это приносит ему вред. Таким образом, встает вопрос, как осознать экономические интересы и как правильно их понять. Вообще, это очень сложная задача, в том числе и научная. Например, вы можете прочитать в работе Ленина «Что делать?» такое положение, такую мысль, что рабочий класс самостоятельно не может выработать себе пролетарскую идеологию. То есть он не может выработать такое идейное понимание своих интересов, которое соответствовало бы этим интересам. Поэтому без интеллигентов, без людей, которые являются носителями знания, без ученых, которые изучают экономическое положение рабочего класса и выясняют, а что ему, этому классу выгодно, без этого не обойтись. И вот, скажем, Маркс, Энгельс, Ленин выяснили, что рабочему классу выгодно не только выступать или бороться за свою зарплату, это выгода тоже есть. То есть, если он продает свою рабочую силу, то, как всякий продавец, он объективно заинтересован в том, чтобы продавать свою рабочую силу подороже. А цена рабочей силы – это заработная плата. Поэтому можно сказать, что каждый рабочий заинтересован в росте заработной платы. Причем в росте реального содержания зарплаты. А не так, как у нас сейчас происходит. Зарплата растет медленнее, чем растут цены, и реальное содержание заработной платы падает. Так вот, работник заинтересован в повышении уровня реального содержания заработной платы, что отражено и статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации. В ней записано «обеспечение повышение уровня реального содержания заработной платы». Точнее, написано не в ней, а прямо в заголовке этой статьи. И это самое главное. Что касается дальнейшего содержания статьи, ничего об этом больше в статье не говорится. А говорится об индексации. А индексация как раз не обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной платы. Вот у вас целый год снижается реальное содержание зарплаты, поскольку цены растут, а зарплата неизменна. И потом, если вам повысят на уровень инфляции, на индекс инфляции зарплату,
то просто приведут зарплату к тому уровню, который был год назад. А поскольку всякого рода повышение зарплаты связано с какой-либо борьбой между работниками и работодателями, с конфликтами, и борющиеся стороны в конце концов приходят к какому-нибудь компромиссу, то они приходят к тому, чтобы повысить зарплату не на уровень инфляции, а на меньший уровень. И поэтому в результате индексации, борьбы за индексацию, получается каждый год понижение уровня реального содержания заработной платы, что прямо противоположно на заголовку и названию статьи 134 «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». Но это какой интерес? Это интерес не главный. А самый главный интерес рабочего класса состоит в том, чтобы перестать продавать свою рабочую силу, взять в собственность все средства производства, обеспечить общественную собственность, то есть отобрать у капиталистов средства производства и соединить. Иногда говорят, что вот большевики, они, у них лозунг «отнять и поделить». Ничего подобного. Такая позиция была у эсеров. Эсеровская программа была, программа такая, что надо у помещиков землю отобрать и разделить. Большевики объясняли, что вы землю разделите, потом на этой земле будет вестись товарное хозяйство. По законам рынка одни разорятся, другие разбогатеют, появятся сельские капиталисты и сельские пролетарии, то есть батраки, кулаки и батраки, и старая мерзость снова вернется, и никакого освобождения крестьян не получится. Большевики говорили, что нужно вести коллективное производство. И со временем, когда уже крестьяне убедились, где-то к концу 20-х годов, что снова действительно появилось 6%, простите, жителей села оказались кулаками. И основная масса – это или бедняки, или середняки, как и было до революции. Они поняли, что большевики оказались правы, и хотя как с некоторой неохотой, поскольку они мелкие буржуа, и не очень охотно идут на соединение усилий, соединение средств производства, они пошли в колхоз. Середняк пошел в колхоз. И тогда у нас была решена в Советском Союзе такая задача, что не только об обобществлении крупнейших средств производства в городе, но и об обобществлении важнейших средств производства на селе. Разумеется, попытки как обобществить там кур, мелких животных и так далее были расценены как головокружение об успехах, и соответствующая статья Сталина была опубликована, что не надо здесь проявлять излишнюю ретивость и обобществлять то, что совершенно, так сказать, ни к чему. Скажем, должно оставаться личное подсобное хозяйство у колхозников, но подсобное хозяйство от слова «подсоблять», оно не главное, оно должно обеспечивать удовлетворение нужд крестьян, и не только крестьян, подсобное хозяйство до хрущевских времен, до уничтожения личного подсобного хозяйства по указанию Хрущева, существовало и в городах, и в пригородах, то есть там, где можно было что-то производить, сказать, самим производить там мясо, то есть держать коров для того, чтобы получать молоко, свиней, чтобы иметь мясо, сало и так далее, кур, чтобы иметь свежие яйца, это все имело место. И только вот нелепые такие шаги, которые сделал Никита Хрущев, привели к уничтожению личного подсобного хозяйства. Как можно было силой отнимать у трудящихся то, что им подсобляют? А тот, кто не хотел им заниматься, тот и не занимался. Понятно, что рабочие в городах никакого подсобного хозяйства не имели, но очень многие имели огороды, где выращивали картошку. Весной посадили, осенью убрали, и у них там несколько мешков картофеля было, причем своего, хорошего, вкусного, и ничего плохого для дела социализма, для дела осуществления производства от этого не было. Так в чем состоит коренной интерес члена буржуазного общества, работника? Коренной интерес работника в буржуазном обществе состоит в том, чтобы перестать продавать свою рабочую силу. Потому что с чем связана продажа рабочей силы? С тем, что вроде бы по законам рынка сделка состоялась, на вид она справедливая, дескать, вот вы же сами продали ее за такую цену рабочей силы. Раз вы продали, все по-честному. Сколько мы с вами договорились заплатить, столько я вам и заплатил. На самом деле, и в этом смысл капитала Маркса, Маркс показал, опираясь на работы буржуазных экономистов-классиков Адама Смита, Рикардо, что капиталист
покупая рабочую силу, выплачивая зарплату, оплачивает фактически только часть труда. А другая часть неоплаченная, это, то есть та, которая забирается капиталистом как эксплуататором, называется прибавочная стоимость. И открыл прибавочную стоимость Адам Смит. А Маркс создал такой научный труд, который описал, как функционирует все капиталистическое производство. Он это сделал в трех томах. Первый том «Капитала» – это процесс производства. Второй том «Капитала» – это процесс обращения. А третий том – это процесс капиталистического производства, взятый в целом, когда от сущности капиталистического производства идет восхождение к являющимся формам, и показано, в каких формах выступает капиталистическое производство современное. Ну и более поздние изменения, которые произошли в связи с переходом капитализма свободной конкуренции в монополистический капитализм, то есть империализм, отразил Ленин в книге «Империализм как высшая фаза или высшая стадия капитализма». В чем состоит коренной интерес рабочего класса в условиях капитализма? В том, чтобы перестать продавать свою рабочую силу. Что ему говорит? Что ему говорят идеологи буржуазии? Идеологи буржуазии говорят, что вы получите справедливую зарплату и уже получаете. И уже получаете. Например, в Трудовом кодексе записано, что заработная плата – это вознаграждение за труд. Значит, рабочий работает 8 часов в день. Из них 3 часа он работает на себя, это эквивалент его заработной платы в часах, а 5 часов он работает на капиталиста. Так кто кого вознаграждает? Если он работает 5 часов на капиталиста, то значит, рабочие вознаграждают капиталиста, а капиталист им навязывает такой взгляд, что якобы зарплата – это вознаграждение за труд, что он еще и наградил вас, а на самом деле он забрал у вас значительную часть труда без всякой оплаты. Строго руководствуясь определением эксплуатации, то есть он является эксплуататором, а эксплуатация – это присвоение чужого неоплаченного труда. В том примере, который мы рассматривали, 3 часа – это эквивалент заработной платы, которую получил работник, а 5 часов – это чужой для капиталиста чужой неоплаченный труд. Это труд работника, который присвоен капиталистам без оплаты фактически. Иногда на переговорах толковые руководители профсоюзные ставят вопрос так. Ну хорошо, вы говорите, что у вас средства производства. Во-первых, средства производства не вами созданы, их тоже создали рабочие. Все создается трудом рабочих и не иначе. А присваивает это все капиталист. Это во-первых. Во-вторых, раз вы говорите, что это ваши средства производства, ну давайте мы вас возьмем в аренду. Сколько стоит аренда этих средств производства вот в течение рабочего дня? Вот мы заплатим вам за аренду, так вы получите эквивалент арендной платы, а прибавочная стоимость наша, мы же работали. Давайте мы ее возьмем себе. А вы к ней не имеете никакого отношения. С какой стати вы ее забираете? На это ничего не могут ответить некоторые, так сказать, работодатели, потому что они считают своим святым правом забирать неоплаченный труд рабочих. Я предлагал некоторым товарищам, которые ведут коллективные трудовые споры, на переговорах выдвинуть требования, давайте прибыль пополам поделим. Потому что у нас, говорят, отношения между капиталистами и рабочими строятся как отношения социального партнерства. Ну, раз мы социальные партнеры, давайте прибыль пополам. Даже очень многие передовые профсоюзные работники боятся так поставить вопрос. Дескать, они же не согласятся. Ну, не согласятся и не согласятся, но вы хоть поставьте. Потом работников много, рабочих много, а капиталист один. Или маленькая группа, которая владеет предприятием. Значит, одна половина всей прибавочной стоимости, всей прибыли делится на маленькую, предостается маленькой кучке людей, а другая половина идет на весь трудовой коллектив. Поэтому даже надо сказать, что вот работники, выставляя такое требование, ну, дают фору капиталистам. То есть ущемляют себя. Но вот такого практически не бывает. Да боятся даже поставить такой вопрос представители рабочих.
Почему? Потому что им навязано представление о нынешней экономической системе как такой, которая соответствует интересам рабочих. Один ответ – больше работайте и больше получите. Таких случаев не только много, а это общий, типичный ответ. Вы больше хотите заработать, еще работайте, еще работайте. Вот миллиардер Прохоров выступил с инициативой, что надо сделать 60-часовую рабочую неделю. Сейчас у нас 40-часовая рабочая неделя, а точнее, согласно Трудовому кодексу, у нас рабочая неделя не может превышать 40 часов. Меньше может. Скажем, в коллективном договоре может быть установлено 35, 30, 25, 26. Столько, сколько будет установлено по договоренности работников и хозяина предприятия. А вот Прохоров предлагает сделать нормой 60 часов. Причем при этом он руководствуется своим корыстным интересом, который состоит в том, что вот даже если сейчас кто-то работает 60 часов, а это не редкий случай, можно привести случаи, когда людей 60, и 70, и 78. Я вот недавно встретил работницу, которая стоит на углу Белинского и Литейного в кафе, и она работает с 8 утра до 9 вечера, 13 часов в день, по 6 часов в неделю, и 78, следовательно, часов в неделю. То есть она не только 40 часов работает, на плюс еще 38 часов, то есть двойную норму выполняет, ни о каких сверхурочных работах речи не идет, а у нас по закону первые 2 часа должны оплачиваться в полуторном размере сверхурочных работ, а остальные часы оплачиваются в двойном. Теперь, если вы возьмете общие требования к организации сверхурочных работ, то в течение 2 дней не более 4 часов, а в течение года не более 120 часов в целом. А вот эта работница, она 100 часов вырабатывает уже за месяц сверхурочных работ. А следовательно, за 12 месяцев она больше 1000 часов вырабатывает сверхурочных. Это грубейшее нарушение, но существующий кодекс трудовой никакой серьезной ответственности не предполагает. В нем записано, что несут ответственность в соответствии с трудовым кодексом, а в трудовом кодексе никакой ответственности нет, не предусмотрено. Есть у нас кодекс об административных правонарушениях, там есть меры ответственности, скажем, за уклонение от коллективных переговоров работодателя, за уклонение от примирительных процедур, за невыполнение коллективного договора и так далее. Эта ответственность исчисляется размером 5000 рублей. Это просто насмешка над работниками. Издевательство, потому что что такое 5000 рублей для того, кто имеет миллиарды долларов? Это ничто. Поэтому то, что написано в Трудовом кодексе, надо рассматривать как то требовать, что вполне законно, а не только справедливо. То есть вполне законно в соответствии со 134 статьей Трудового кодекса требовать повышения уровня реального содержания заработной платы. Это вполне законно. Другое дело, что добиться этого можно только коллективными действиями и забастовочной борьбой, которая предусмотрена статьей 17 Конституции Российской Федерации. А коренной вопрос и коренной интерес рабочего класса состоит в том, чтобы освободиться от этой эксплуатации, а сначала надо освободиться от представления о том, что это вот вполне справедливо, вполне законно. Да, это законно с точки зрения буржуазной законности, а право, по понятию права, это возведенная в закон воля господствующего класса. Известно, и об этом говорит наука, что идеология господствующего класса является в обществе господствующей идеологией. Тот класс, который держит в руках средства производства, у которого в руках телевидение, радио, печать, за редчайшим исключением, то ради демократии, какие-то возможности для того, чтобы иметь свои газеты, какие-то там средства массовой информации,
они сохраняются и у трудящихся, но они совершенно несопоставимы по масштабам с теми, которые находятся в руках у буржуазии. И поэтому в обществе царит буржуазная идеология. Это значит, что людям, работникам навязывают чужие интересы в качестве своих. Им объясняют, что это вот в этом состоит ваш интерес. Вы работаете с утра до вечера, работаете без выходных, работаете лучше и без отпуска. И в этом состоит ваш интерес. Хотя мы прекрасно знаем, что те люди, которые сверхурочно, и об этом сознательные рабочие прямо говорят, это люди, которые работают себе на лекарства. И лучше не попадать в такую ситуацию, когда ты заболеешь и лечить будешь. Причем опять с применением очень дорогих средств, которых нет у трудящихся. А лучше укреплять свое здоровье. Для этого нужно иметь свободное время. А свободное время – это время для свободного развития. И вот имея свободное время, трудящиеся могут добиться своих интересов, осуществить их. Их труднее будет обманывать и доказывать им, что их интересы состоят в прямо противоположном, в том, чтобы добывать прибавочную стоимость для капиталистов. И это, так сказать, долгая история. Всегда эксплуататорские классы доказывали, что трудящимся выгоден тот строй, в котором они живут. Всегда. Возьмем рабовладение. Ну, я думаю, что в период рабовладения работникам легко было уяснить свой коренной интерес. В чем он состоял? Он состоял в том, чтобы освободиться от рабства и стать свободным человеком. С другой стороны, что говорил класс господствующие, то есть рабовладельцы. Вы же были членами того племени, с которым мы воевали. Мы вас победили, а раз мы вас победили, то вы проиграли. Раз вы проиграли, то мы можем вас убить. Но мы вас не убиваем, а разрешаем вас на себя работать, и мы сохранили вам жизнь. Поэтому это все справедливо и все законно. И в законах мы это закрепим, там и римского государства, и еще раньше греческого, афинского государства, что рабовладение – это естественное состояние человечества. Потому что если вы выиграли в войне племен, и вы бы победили, то мы бы были бы вашими рабами. Ну вот вы проиграли, а мы выиграли. Как и сейчас некоторые играют в рулетку. Вот если они проиграли, им говорят, ну вы же проиграли, ну все, что теперь вы требуете? Не садитесь играть. А там была, это не просто игра, это война, не на жизнь, а на смерть. И эта война привела к победе одних и поражению других. Вот те, кто потерпели поражение, должны теперь смирно сидеть. А кто будет выступать, с тем будем воевать оружием, продолжать воевать. Поэтому всякие восстания рабов, все попытки убегать от рабовладельцев пресекались, беглых рабов ловили в назидание тем, кто еще не убежал или кто собрался бежать, казнили, может быть, не всех, а каждого десятого. Восстание рабов, такое, как восстание Спартака, жестоко подавляли и таким образом насаждали некую безысходность, что от рабства освободиться нельзя, вы говорящее орудие. И поэтому благодарите своего хозяина, рабовладельца, за то, что он позволяет вам существовать в качестве раба. А иначе, но если вы будете протестовать и плохо работать, вы можете быть убиты в любой момент. Право рабовладельческого государства позволяло рабовладельцу в любой момент убить своего раба, ну, чем рабовладельцы и пользовались для того, чтобы обеспечить дисциплину труда. Другое дело, что рабовладельцы понимали, что раб работает на него, и богатство рабовладельческого общества, богатство самих рабовладельцев исчисляется количеством рабов. Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы поубивать всех рабов, а заинтересованы в том, чтобы они были накормлены в общем и целом, и чтобы они могли работать. Вот, скажем, такого интереса нет у современных капиталистов, потому что вот если они платят маленькую зарплату, и люди хиреют на глазах, и болеют, и даже умирают, это их не касается. Они с рынка берут новых, если это, скажем, русские рабочие, и они заболели и умерли, ничего, придут киргизские, потом таджикские, есть еще узбекские, есть молдавские.
То есть нет проблем у капиталиста. Капиталист имеет дело не со своими работниками, а с теми, которые есть на вольном, свободном рынке рабочей силы. Поэтому он и не заботится ни о здоровье, ни об образовании работников. И очень многих не оформляют. Не оформляют, если он заболел, и смертельно заболел, его из ворота выставили, нет никакого договора, нет никаких документов, что он здесь оформлен, и до свидания. И так получается, что у нас средний возраст мужчин в современной России порядка 59 лет. При этом государство, на удивление и на, как сказать, насмех, предлагает еще всякие программы софинансирования. Дескать, вы давайте, товарищи рабочие, вы сдавайте 1000 из своей зарплаты каждый месяц, еще будет работодатель сдавать 1000, еще государство будет давать 1000, у вас будет 3000 на вашу пенсию. Какой смысл работнику сдавать на эту самую пенсию, если он до пенсии не доживает в среднем? Мужчина. Точно так же, как иногда нам говорят, что вот не хватает денег в пенсионном фонде. Как не хватает, когда за мужчин платят исправно, а работодатели в основном, а мужчины не доживают до пенсии. Значит, вся мужская пенсия почти, за редким исключением, остается нетронутой. И как же не хватает тогда для выплаты пенсии женщинам? Значит, куда-то эти деньги уплывают. Вот будем надеяться, что вот появился у нас новый руководитель счетной палаты Татьяна Голикова. Может быть, она посчитает, куда уходят тогда эти пенсионные средства, которых вечно вот почему-то не хватает. Хотя платят их, чтобы хватало. То есть в условиях рабовладельческого общества, с одной стороны, очень легко понять коренной интерес раба, рабу. Коренной интерес состоит в том, что освободиться от рабства. Вот свой коренной интерес очень хорошо понимали североамериканские индейцы. Они ни за что не соглашались становиться рабами. Ни за что. И как колонисты, которые приехали создавать новые, свободные, в кавычках, Соединенные Штаты Америки, не старались, не удалось обратить в рабов североамериканских индейцев. И они предпочли умереть, но не стать рабами. Тогда, раз они предпочли умереть, а не стать рабами, их просто уничтожали. И там остались единицы, можно сказать, северокорейских индейцев, которые выставляются как местные жители, которые тоже есть в резервации. Оказались более сговорчивыми южноамериканские индейцы. Если им отрубить руку или ногу, то вот они тогда согласятся работать на хозяина в качестве раба. И вот такими жестокими мерами удалось подчинить себе их. А североамериканские создатели свободного американского государства тогда завезли себе рабов из Африки. Они силой угоняли из селений негров, сажали их, при этом очень многие были убиты, десятки и сотни тысяч. Они сажали их в корабли и через море отправляли их в Северную Америку. Примерно 1,5 миллиона только задохнулось негров в трюмах при отправке через море. И все-таки и сами рабы, и те представители буржуазии, которые были против рабства, начали против этого рабства воевать в Северной Америке. Развязалась война севера против юга. Победили северяне, возглавляемые республиканской партией. А партия рабовладельцев и сами рабовладельцы, а именно демократическая партия, проиграла. И вот ирония судьбы состоит в том, что имеющие совершенно явно негритянскую кровь, американский президент является лидером демократической партии, то есть партии, которая исторически была партией рабовладельцев Юга. Это еще раз подчеркивает, что одно дело экономические интересы, одно дело, что объективно выгодно, а другое дело, за что начинают выступать даже представители трудящегося класса, не говоря уже о представителях других классов. Представители трудящегося класса могут выступать за интересы противоположных классов. Ну вот возьмем ситуацию, которая была в период Второй мировой войны. Уже и в период Первой мировой войны было ясно, что развязывающаяся мировая война идет
За что? За рынки сбыта, за источники сырья. И это все, так сказать, причина этой войны была показана в работе Ленина. Империализм как высшая стадия капитализма. Мир поделен уже, и начинается борьба за его передел на этапе империализма. А раз борьба за его передел, значит, империализм чреват войнами. И для того, чтобы развязать эти войны, надо втянуть туда трудящихся, потому что в войнах участвует не только правящий класс, а правящий класс направляет на войну против трудящихся классов других стран, других народов, трудящихся своей страны. И вот это искусство политики состоит в том, чтобы навязать трудящимся борьбу за чуждые им интересы, и чтобы они боролись за Дарданеллы, как у нас говорили, то есть за какие-то проливы, за какие-то земли, то есть боролись за интересы капиталистов и помещиков. И это удалось сделать. Как себя повели при этом рабочие социал-демократические партии Второго интернационала? Огромная масса этих, можно сказать, почти все социал-демократические партии выступили, когда встал вопрос, что вы будете или за войну голосовать, за военные кредиты в соответствующем парламенте, или, если не будете, мы вас отправим на каторгу, проголосовали за войну в парламентах. То есть предали рабочий класс, хотя считались рабочими партиями, выразителями его интересов. Один только Карл Либкнехт в германском Рейхстаге проголосовал против военных кредитов, и его поднятие руки означало, что он пойдет на каторгу. Он пошел на каторгу. И все большевики, депутаты Государственной Думы, которые прошли по рабочей курии, все проголосовали против военных кредитов и отправлены были в Сибирь. И известен, так сказать, очень широко тогда известен был английский учитель Маклин, который выступал против империалистической войны, известный итальянские социалисты, болгарские тесники. Все, этим исчерпываются те представители, так сказать, левых каких-то социалистических сил, которые выступали против империалистической войны. И только большевики последовательно выступали за превращение империалистической войны в войну гражданскую. И когда Ленина указывали на то, что ведь война гражданская, она ведь приведет к крови, он говорит, давайте поговорим о крови. Да, вот она, гражданская война – это ручьи крови. А реки крови проливает империалистическая война. И вот мы должны пойти наперекор этой империалистической войне. Мы обернем оружие, которое выдала буржуазия трудящимся, для того, чтобы они воевали против таких же трудящихся других стран, против этой самой буржуазии. И мы установим власть и заключим мир. И первым государством, которое предложило мир и начало выводить мир из мировой бойни, оказалась Советская Россия. То есть вот большевики оказались последовательными выразителями экономических интересов трудящихся, а правительства других стран оказались теми, кто гнал на войну трудящихся и устроил мировую бойню. Если мы с этой позиции посмотрим на то, что происходило в порядке подготовки Второй мировой войны и во время мировой войны, мы знаем, что фашисты прежде всего расправились с коммунистической партией Германии, с Эрнстом Тельманом, посадили их сначала в тюрьмы, потом просто физически уничтожали и натравили основную массу немецких рабочих, объяснив им или показав им, что якобы вот их счастье зависит от захвата новых земель на Востоке, там будет у вас новое жизненное пространство, вы обогатитесь, направила их на Восток. И спрашивается, за чьи интересы сражались те рабочие, которые были одеты в френели, которые им выдало фашистское государство. Они сражались за чьи интересы? За интересы немецкой империалистической буржуазии. И сражались, к сожалению, они хорошо. То есть они очень многих трудящихся России, Советского Союза погубили. Наша страна потерпела колоссальные жертвы, но и жертвы понес и рабочий класс Германии, поскольку люди, не понимавшие, что они борются за интересы противоположного класса, участвовали в этой войне и тоже пали жертвами этой войны. В
В то же время, когда наши войска оказались наступавшие и побеждавшие Германию, оказались на противоположной территории, на территории самой Германии, наше правительство советское не допускало лозунга «убей немца», и совершенно по-другому вели себя наши войска на немецкой территории. Старались, так сказать, иметь нормальные отношения с мирным населением и ставили задачу разбить, разгромить фашизм, что является великим подвигом и Красной Армии, и Советского народа, и большевистской коммунистической партии. И не случайно символом победы является памятник советскому солдату с немецкой девочкой на руках и с мечом в руке, который разбивает фашистскую свастику. Что из этого следует? Из этого следует, что одно дело – объективные экономические интересы, а другое дело – их осознание. Осознание экономических интересов – дело очень сложное и трудное. Для того, чтобы экономические интересы осознать, трудящимся нужна своя партия. Потому что партия рабочего класса – это соединение научного социализма с рабочим движением, и задача этой партии – три единые. Во-первых, познавать интересы класса. Во-вторых, вносить сознание этих интересов в класс. И в-третьих, организовывать класс для борьбы за эти интересы. Поэтому всякое уклонение от участия, так сказать, в политической партии, в политической деятельности, всякое уклонение от поддержки своей партии рабочего класса, всякое уклонение от создания партии не в экономических интересах рабочего класса ведет к его потере и не дает ему возможности победить. Так устроена политика. Политика, если дать ее точное определение, это классовая борьба за завоевание, удержание и обеспечение государственной власти. Если это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление обеспечения государственной власти в интересах того класса, который это государство имеет в своих руках, то, следовательно, у противоположных классов разные задачи. Тот класс, который не держит в руках государственную власть, должен еще ее завоевать. Когда он ее завоюет, только тогда у него будет задача удержания власти и использования этой власти в своих интересах. А у господствующего класса он уже власть завоевал, его задача только удерживать эту власть и использовать для осуществления своих экономических интересов. Эта классовая борьба ведется уже, начиная с момента возникновения классов, то есть с рабовладения. Всегда были либо рабы и рабовладельцы, либо помещики с одной стороны и крепостные с другой стороны, а сейчас буржуазия и пролетарий, рабочий. И поэтому эта классовая борьба разворачивается в масштабах всего общества. А тот, кто пассивен по отношению к политике, а политика – это борьба противоположных классов, фактически помогает своей пассивностью тому, у кого в руках власть. То есть тот, кто пассивен, кто не занимает сознательной политической позиции в интересах рабочего класса, фактически стоит на стороне буржуазии. И только те, кто осознали свои интересы, вошли в политическую деятельность, в политическую борьбу, сознательно строят свои отношения, они не являются пассивными жертвами политики чуждого класса и действуют в своих экономических интересах, в своих глубинных, коренных экономических интересах. Потому что вообще сама теория, вот, скажем, марксистская, это теоретическое выражение коренных интересов рабочего класса, что провозглашено уже в коммунистическом манифесте. Маркс и Энгельс там сказали, что коммунисты поддерживают всякую классовую борьбу трудящихся, но в этой борьбе они отстаивают конечные, всегда, конечные цели движения. То есть никогда не забывают о конечных целях. А конечная цель коммунизма – это полное освобождение от социального неравенства. Социальное равенство – установление полного коммунизма.
Отсюда следует, что те люди, которые слушают разговоры или принимают, и верят этим разговорам, что может быть департизация, что можно же прожить вне политики, они не понимают, что тот человек, который старается жить без политики, вне политики, он просто щепка в политической игре. Его, как всякую щепку, бурный поток несет туда, куда направляет этот поток воли господствующего класса. И только тогда он свободен, то есть тогда он господин над обстоятельствами, только тогда он может удержаться, и его не разобьет, а камни, как разбивает всякую щепку, если она несется хаотически, так сказать, без всякого направления. Он только тогда сможет удержаться, если он сознательно строит свою борьбу. А борьба, которая ведет класс, поэтому имеет соответствующие формы. Во-первых, это экономическая борьба. Она, можно сказать, основа всей борьбы класса, потому что экономическая борьба – это борьба за экономические интересы. Даже построение нового общества, что включает в себя и революцию, и установление новой власти – все это экономический интерес рабочего класса. Установление нового общества, в котором будет новая собственность общественная, новые отношения к средствам производства, новое распределение. Не будет этого самого рынка, который одних делает бедняками, других богатыми. То есть это глубинный экономический интерес рабочего класса. И поддерживать, конечно, любые там левые силы могут и должны тех, кто ведет даже самую простую экономическую борьбу за повышение уровня реального содержания заработной платы. Второй вид борьбы – это борьба политическая. Политическая борьба ведется за завоевание политической власти. В условиях России, с учетом ее исторического опыта и с учетом великого открытия, которое сделал русский рабочий класс, это создание советов, а создание советов может быть результатом развития забастовочной борьбы. Забастовочная борьба разрешена российскими законами, предусмотрена Конституции, предусмотрено Трудовым кодексом, и как только деятельность забастовочных комитетов будет соединяться в некое единое целое, когда представители забастовочных комитетов будут собираться и совместно решать свои дела, возникнут снова советы, когда возникнут снова советы, появится возможность создания и советской власти. И, как вы знаете, вот именно вот этот путь завоевания советской власти, он является очень мирным. Какие бы жертвы были в 1917 году, в октябре? Да никаких. То есть никто даже не может назвать фамилии, есть ли погибшие там в это время. Двое власти. Да. Но, разумеется, для того, чтобы советы могли претендовать на власть, они должны настолько укрепиться и научиться себя защищать и создать соответствующие дружины, чтобы с ними могло считаться государство. Когда это произойдет, то возникнет двоевластие. И только после некоторого периода двоевластия может состояться съезд советов, который будет поддержан силой всех действующих советов, и власть перейдет к этому съезду советов, и который сможет установить советское правительство, совершится социалистическая революция, и будет осуществляться движение уже к чему? Движение будет осуществляться уже к коммунизму. Наступит переходный период от капитализма к коммунизму. Вот это политическая борьба. Но чтобы эта политическая борьба имела успех, нужна борьба идеологическая. Для этого нужно эту борьбу за умы людей вести, и это задача и партии, и всех вообще прогрессивных представителей интеллигенции. Потому что борьба за умы – это дело образованных людей. Образованные люди должны стоять на стороне трудящихся, и передовые вот интеллигенты России всегда были на стороне страждущих, на стороне обездоленных трудящихся классов. И эту миссию они всегда выполняли с честью. Скажем, достаточно привести пример Чернышевского. Достаточно привести пример Ленина, который, между прочим, был дворянином. Можно привести пример декабристов, которые выступили против крепостного права, а это были, в общем, представители знатных дворянских родов. Они выступили против крепостничества и против самодержавия. Можно привести пример Дзержинского, который, между прочим,
тоже был дворянином, Калантай, которая тоже была дворянкой. То есть в революционном движении прогрессивных классов всегда участвуют передовые представители интеллигенции, которые осознали, какова линия общественного прогресса, и стали сознательно бороться за победу именно этой линии, за победу экономических и других классовых интересов рабочего класса. Для того, чтобы идеологическая борьба шла успешно, в рамках этой идеологической борьбы нужно вести разработку соответствующих научных проблем. И вот эту задачу решают ученые, которые стоят на позициях марксизма, диалектического и исторического материализма. И вот эта борьба в области теории, которая осуществляется написанием соответствующих научных работ и публикаций, статей и так далее, это называется борьбой теоретической. Энгельс, например, и отдельно ее выделял, теоретическую борьбу, как борьбу соответствующего класса, борьбу рабочего класса, и говорил, что без успеха этой теоретической борьбы не может быть и успеха всего рабочего движения. Вот Маркс и Энгельс начали эту теоретическую борьбу, Ленин ее продолжал, Сталин ее продолжал, и задача ученых, стоящих на марксистской позиции, успешно вести эту теоретическую борьбу. А в целом все виды этой борьбы представляют собой классовую борьбу, и ни один вид борьбы не может быть изъят без того, чтобы эта борьба не потеряла свой наступательный характер и без того, чтобы она перестала быть победоносной. Вот для того, чтобы победить, надо овладевать всеми формами классовой борьбы. Сегодня наиболее актуальной задачей, которая стоит перед трудящимися, перед рабочим классом, это создать свою партию, потому что без политической партии коренные интересы не защитишь. Вот, народ будут обманывать, трудящихся будут водить за нос. Политическая партия, как воздух, нужна рабочему классу. Если раньше он слушал Ельцина, который рассказывал, что у нас теперь деполитизация, департизация, то сегодня он видит, что, продолжая этот разговор, буржуазия давно уже партизировалась вся, политизировалась вся, там сколько угодно партий на все случаи жизни. На случай, если одна прогорит, то другая уже, пожалуйста, наготове. Есть и «Единая Россия», и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и еще целая куча партий, которые всегда готовы подхватить это знамя борьбы против рабочего класса, если оно будет выпадать из рук той политической партии, которая где-то проштрафилась. Движения создаются соответствующие для поддержки этих политических партий. Это надо все понимать. И задача современного рабочего класса, современной России – создать свою политическую партию, которая сейчас уже тоже создается, находится в процессе становления, значит, надо в этом процессе участвовать. И если эта партия будет создана и будет активно действовать, вот тогда только можно сказать, что авангард рабочего класса, будет осознавать свои экономические интересы. Ожидать, что большинство рабочего класса в условиях буржуазного строя, в условиях, когда и телевидение, и вся печать, все другие средства массовой информации в основном в руках буржуазии не приходится. Поэтому на это, вот на то, что, скажем, рабочий класс победит, и его представители победят где-нибудь в парламенте, никогда большевики не рассчитывали. Если мы возьмем данные о выборах в учредительное собрание, замечательная работа Ленина, выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата, то мы увидим, что согласно этим данным большевики получили третье место, а эсеры, меньшевики, эсеры и кадеты завоевали большинство. И при этом, руководствуясь вот тем, что Советы – это более передовая и более демократичная форма, чем парламент, большевики сумели обеспечить взятие власти рабочим классом, создать советское правительство, советское государство и, между прочим, сделали то, что не могло сделать никак временное правительство. Собрали учредительное собрание, посадили его в прекрасном Таврическом дворце, предложили принять все те декреты, которые сделало советское правительство, и которые были декретами за прекращение войны братоубийственной. Это были декреты о земле, декреты о рабочем контроле,
И когда учредительное собрание, в котором большинство имели другие партии, отказалось, большевики просто покинули это учредительное собрание, сделав заявление, что эта форма парламентская, она осталась далеко позади, и она не может подняться до тех высот, которых поднялась советская власть. А вот депутаты учредительного собрания поехали в другие города, ездили по России, создавали комитет учредительного собрания, а дело кончилось тем, что адмирал Колчак, верховный правитель России, в один прекрасный момент вывел их и посадил их в тюрьму. Тех, кто попался в его владение в это время, тех членов учредительного собрания, и расстрелял. И вот теперь прославляет, значит, в том числе и в фильме этого самого Колчака, хотя я думаю, что весь народ должен скорбеть об убиенных депутатах учредительного собрания, которых большевики пальцем не тронули. Вот так бывает в истории. Поэтому мы с вами, разобравшись в том, что такое экономические интересы, и поняв, что это категория, которых интересует объективное положение людей в системе производственных отношений, не должны путать эту категорию с тем, что находится в головах у людей. А в головах у людей понимание этих интересов. Понимание бывает правильное, бывает неправильное, бывает полное, бывает неполное. Истинное понимание, чтобы получить, требуется большая умственная работа, и требуется большая пропагандистская работа, и требуется деятельность собственной партии рабочего класса, которая, повторяю, должна внести в класс сознание его интересов. Раз. Второе. Она должна, прежде чем внести в класс сознание интересов, сама осознать его объективные экономические интересы, то есть провести большую работу, в том числе и теоретическую. И третье. Она должна организовать класс для борьбы за его собственные интересы, а не за интересы другого класса. Потому что беда трудящихся в том, беда, а не вина, что они-то борются в массе своей за интересы чужого класса, за интересы эксплуататоров, а не за интересы эксплуатируемых. А если расставить эти задачи по порядку, то получается так: осознание интересов класса, внесение в класс сознания этих интересов и, наконец, борьба за организацию борьбы класса за его собственные экономические интересы. И вот в ряду этих задач первой задачей является осознание экономических интересов. И вот это то, без чего никакого понимания того, что происходит вообще в обществе, никакого понимания того, какая борьба идет в обществе, и понимание того, на какой стороне надо находиться в этой борьбе, прийти не может. Вот поэтому на этом надо и сосредоточить свои основные усилия при решении этих проблем. Спасибо за внимание.